Информация предоставлена компанией Teletrade. Рад всех приветствовать, уважаемые дамы и господа. Укрепление рубля вполне может продолжиться, но будет ограниченным, поскольку Минфин уже в ближайшее время может возобновить покупку валюты для резервного фонда. Что касается Запада, фондовые торги в Европе 28 марта завершились ростом индексов. Британский FTSE 100 повысился на 0,41%, французский CAC 40 вырос на 0,74%, а немецкий DAX прибавил 1,44%. Торги на биржах США 28 марта тоже закончились ростом. Индекс Dow Jones вырос на 0,36%, индекс S&P 500 повысился на 0,46%, а NASDAQ на 0,11%. Хочу поздравить всех тех, кто по моей рекомендации заработал на этом $1500, торгуя минимальным контрактом. Затрагивая товарную биржу, цена на нефть Light Sweet, согласно моим прогнозам, выросла и составила $101.67 за баррель. Также отмечу, что акции корпорации Sony выросли на 2,8%, и это рекордный рост среди других компаний за предыдущий торговый день 28 марта. Рад за всех тех, кто заработал на этом хорошую прибыль. Хочу напомнить, что завтра будут опубликованы данные уровня безработицы в еврозоне. Этот показатель оказывает сильнейшее влияние на динамику евро. Падение уровня безработицы является позитивным для европейской валюты. Если вы хотите узнать более подробно о том, как заработать на финансовых рынках, ждем всех желающих в офисе нашей компании. И хотелось бы напомнить о прохождении уникальной акции в компании Teletrade. Мы продолжаем дарить всем желающим бесплатное обучение. Что необходимо сделать? Всего лишь позвонить по телефону 278-04-00. Получайте знания, которые помогут вам заработать уже сейчас. Сегодня на этом у меня все. И помните, счастье не в деньгах, а в доходных финансовых инструментах. С вами был Михаил Шереметьев.